Добро пожаловать на смотр игры Suicide Guy. Ладно, поехали. Я сплю. Бить себя. Окей. Это странно. И пончик тоже. И то, что пончик входит в пончик, тоже странно, ну ладно. Нет, не проливай на радио. Это мозг, что ли? Мое пиво проливается на пол. Я должен проснуться как можно быстрее. Спасибо, вы меня обучили этому уже заранее. What the fuck? Hey. Супермен. Подожди, я же все правильно сделал, да? Нельзя просто на мышку был. Я помню, на флеш-игре тоже были какие-то такие игры. Типа, убей себя. Еще что-то. Что мне кидать? А что кидать-то, Ира? В стекло.
Что-то я дублю. Кинуть. Что? На что? Или во что? И в кого? Ну. Да я не уловил суть мысль, туплю. Да, это я понял. Я тоже то же самое. Это странно, с одними взаимодействие это Е, с другими мышка. Кажется, это странно. О, Star Trek. Не знаю, зачем эти статуи, но на всякий случай собираю коллектаблы. Collectibles. Давай. Этот пол, он такой хороший. О, привет, кубик, ты мой. Портал. Портал, love you. У меня есть 3 кубика. А. Теперь мне подняться надо. Я, кажется, все завалил. А нет, нет. Перли. Или завалил, не знаю даже. А зачем мне был нужен 3-й кубик? Он сам приседает, если что. Я не нажимаю ни разу.
вот и все. Ему даже не больно. 12. Сколько здесь вообще? 21. 24. Сложно. А, привет. Я подумал, он не тащится за мной. Где он? Иди сюда, сундук. Радио не так сильно весит, да, я так понимаю. Не так много. Рога скажет, что это мне это дает ключ. Привет. Хотя выбросить оттуда. И теперь что у меня требуется? Ага. Изи. Это, конечно, немного странно выглядит, но играется неплохо. Потрясающий прокурист. Или мне надо выбросить? Нет. Я не хочу выбрать. Бля. Ладно. Поехали. Это нечестно. А камень есть. Есть.
это звездец какой-то. Беру сэдж, мазафака. Нет! Ты хорош. Это вот эти его сожжения, ты хорош. No. I can... I'm not dead. Oh, ладно. I'm dead. Франкенштейн. Поехали создавать свой образ и подобие. Хочешь высоты. И как запустить генератор? Я же ничего не забыл. Двигать не могу. Это запустить тоже не могу. Что делать? А, окей. Я же входил в эти двери, они были закрыты. О, портал. Теперь реально портал бы. Как бы прикол в том, что... Нет, нет.
Я не понял, честно, в чем прикол. А, развить, точно, развить скорость и дупан. О, Марио! Марио! Пам! Пам-пам, я Марио! Марио идет. Пьяный Марио! Давай. О, подожди. Марио, куда ты пошёл? Марио, Марио, what the fuck? Марио, ты видел, мы будем в коллаборации с короликами. А куда он делся? Твою мать, Марио. Марио. У меня кубик пропал. Еще раз ставим. Может, я смогу? Окей. Ну ладно.
стараюсь зря так. Кубик плюс кубик. Где тебе достану еще один кубик, а? Никакой музыки. Даже скучно немножко. Надо попытаться ее пониже как-то сделать. Ну и ладно. Не знаю, без музыки как-то. Скучновато, я не знаю. Ну, это легко. Вроде было неплохо, но без музыки это слишком медитативный. Oh.
Я думаю, будет, ну, типа раннера какого-нибудь. Знаете, то есть бегаешь с первого лица. Просто, ну, не рассаешь сущность с элементами более, так скажем, платформера. Привычно. Что ли? Бедик. Я случайно его вырубил. Кит, может, ты сюда-то пойдешь? Ага, вон, как. А, точно, лампочка. Что мне с ней теперь делать? Да. Ну где теперь кит? Огромный мобитик. Где лампа? А, лампу потерял. Вот она. Это еще что за уровень? Что-то знакомое, Джанго. Это похоже на Джанго.
Игра начала заниматься тем, что у нее получается. Прыжки. Не знаю, здесь прикольно, играется тоже нормально, но скучно. Eat your donut. Donuts. Thank you.
куда ксерок сделался? Я не понимаю, что от меня хочет игра.
А, в такую маленькую дырочку наливалось больше воды. Ай-яй-яй. Точнее, выливалось только воды. Окей, окей. О, парк Юрского периода. Привет. Отсылки. Привет. Ладно, это было неплохо. Правда, я не понимаю все равно, как я их жарил. Один дома? Нет? Нет. Какой-нибудь зомби-апокалипсис. Thank you.
Ну окей, пойдемте в подвал. Окей, это не то. Ты погрузись в воду, ты задохнись, все. Встань, пожалуйста.